Старики говорят, у каждого есть своя песня. Эта песня – причина существования каждого на земле. Когда я делаю то, ради чего пришел на эту землю, я знаю настоящее счастье. Меня учили – поделись оленем и дай свободно то, что ты имеешь, другому. И чем больше ты даешь, тем больше получаешь. Чем бы ты ни делился, вернется к тебе в размере равном или большем. На нашу землю пришел белый человек. Взял лес, мясо, шкуры. Берет золото, и все ему мало. Белый человек жаден. Он берет силой то, что не может взять любовью. Потом смотрит на небо и говорит со своим Богом. Белый человек необычный. Ходит, золото ищет, а потом своим богам несет. Думает, он так дух лечит. Все белые люди так думают. И сами от этого умирают. А их Бог ничего про это не знает. А дух человека так и ходит. Ни золота, ни Бога не видит. Это не мои слова. Они из одного нашего фильма. Простите, но забыл, как называется. Я записал их потому, что они очень емко отражают и мои мысли по этому вопросу. И дело здесь не в цвете кожи, а в идеологии. Здесь за версту несет добрым христианством. Обмани ближнего своего, и дальнего тоже обмани. Но главное, что откликнулось в моей душе, это слова про песню. Дело в том, что когда я умер, может, когда-нибудь и расскажу вам эту историю, у меня были некоторые откровения. Одно из них показалось мне самым важным. Оно звучало так. Мы рождаемся с одной лишь целью – спеть свою песню. И, как видите, моя песенка еще не спета. Песня эта может выражаться во всем. Кто-то чувствует деревья и может стать отличным плотником. Кого-то тянет к животным, и его дело стать лесником или содержать собачий питомник. Одна хозяйка может приготовить вкусную и полезную еду, а другая – сшить красивую и удобную одежду. Да что вам говорить, вы и сами знаете. Когда ты делаешь любимое дело, то душа поет. Именно этого и хочет от нас Мать-Земля и радуется вместе с нами, когда мы поем. Но что происходит с нами? С детства нам вдалбливают в голову, что наша песня плоха. Мол, медведь тебе на ухо наступил. Вот пой лучше уже готовые песни. Смотри, какие великие таланты для тебя стараются. Киркоров с Распутиной, да Соловьев и Симонян. И сказочку расскажут, и песенку споют. Вы просто вдумайтесь. Это ж верх цинизма и лицемерия. Нас убивают, да еще и на наши же деньги. Нас заставляют поклоняться скоморохам, чье место в балагане на ярмарке. А из них сделали каких-то жителей Олимпа. Ну, под Олимпа. На Олимпе лицедеи живут, они покруче. И все это продукт бесконтрольной, ничем не ограниченной власти. Сейчас дуют ветры перемен. И самое время поднять паруса. Леха, конечно, молодец. Ну и хоть и за границей ему помогла, но чего он хочет? Все того же, власти. А власть, рано или поздно, ломает всех. Вот вы скажите мне, вам нужна вертикаль власти? Или горизонталь? А может, какие квадратные или треугольные конструкции? Я все-таки думаю, что здесь собрались люди, понимающие, что народовластие, несмотря на свою простоту, смотрит на мир объемный, в 5D. Думаю, что сейчас очень важно проявлять любую гражданскую активность. Но ни в коем случае не призываю идти на баррикады. Если враг сильней, дразни его. Мужики, елки еще не все вынесли. Вот представьте, в назначенное время во дворе многоэтажного дома собирается группа мужчин с елками. Подъезжают опричники. Эй, больше трех не собираться. Вы что тут делаете? Да Дед Мороз, мусоровоз ждем, служивые. А что нельзя, так мы разойдемся. Тут рация пищит. Что опять случилось? Да тут в соседнем дворе какой-то митинг домохозяек с ёршиками. Приучать их нужно постепенно, но неуклонно. Важно дать им понять, кто в доме хозяин. К чему это я? А к тому, что мы все люди талантливые, и каждый из нас может спеть свою песню самостоятельно. Но что будет, если мы хором споем общую песню, песню свободы? У нас уже есть такой опыт, и его нужно расширять, как птицы в лесу. Поднимают такой галдеж, что любой пришелец
отчетливо понимает, он вторгся на чужую территорию. Тут могут и обделать, а могут и в темечко клюнуть. И наоборот, когда лесу ничего не угрожает, как приятно слушать пение этих птиц. Я Русь, мы Русь, и нас рать.